Сегодня мы добрались на водопад Ботпад, называется. Мы сегодня доехали автобусом в Ратнапуру. Там поселились и выехали в Курувиту, деревню. Проехали сюда 18 километров и пешочком 3,5. И дошли до водопада Ботпад. Вот такой этот водопад. Вход сюда стоит 300 рупий с человека. Возле водопада здесь такое озеро. Сейчас приплывет дядька на плоту. Наверное, предложат подвезти туда. Озеро чистое, неглубокое. Люди купаются местные. Вокруг вот древний бамбук такой. Ну, вот такой водопад. Решили мы пойти дальше к водопаду. Дорога идет по камням. Пришлось перейти через водоем босиком и по камушкам подняться ближе. В общем, дорожка непростая, но будем попробовать. Мы уже недалеко. Подойдем, посмотрим ближе. Ну, вот это максимум, к которому могли подойти. Дальше опасно, скользкие камни. Она осталась еще сзади. Немножко не дошла.